Итак, приветствую вас на своем канале. Ну и с переменной иногда друг тоже снимает мой. Так вот, не знаю, каким ветром вас сюда занесло. Надеюсь, никаким-нибудь кошмарным. Но также я начинаю проходить заинтересовавшую меня игру. Собственно говоря, я не смотрел прохождение, честно, этой игры, а вот я видел только, ну, мельком чужие прохождения второй части, которую, возможно, я тоже пройду. Возможно. И, собственно говоря, начнем. Как раз ночь. Конечно, скорее всего, в этой вам будет страшно. С моим прохождением. Поскольку последняя игра, которая меня действительно напугала, это белая комната от механиков. Чуть позже. Расскажу. Ага. А, уже можно. Так, стоять. Так, управление. Так. Так. То есть нельзя. Ага. Так, стоп. Еще раз. Так. Ага. Бежать. Угу. Так. Угу.
Ага. Ага. Это вы не обращайте внимания. Я, скорее всего, буду... Ага. Ага. Никаких секретиков. А. Надеюсь, это всего лишь ботинки. Так. Босиком и по лужам. Красота. Заглянем. Ага. Давай, 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 давай. Так. Ага. Еще раз прыгнуть не получается. Вместиться справа и вниз. Так. Особо шуметь. Так. Угу. Нельзя. Угу. Ага. Что-то мне не хочется туда вставать. Так, лопата. Угу. Так, не будем бежать. Ага. Ага. Отлично. Ага. Нельзя. Так. А, точно. Забыл добавить громкости. Вдруг. Угу. Ага. Нельзя. Не, прыгать на такой платформе лучше нет. Тихо. Так. Нет. Тихо. Идем тихо. Не.
Так, ясно. Ага, нельзя сдвинуть. Есть? Эй, есть кто-нибудь? Не, не постучаться. Так. Ну, так. Тихо. Нету? Нет. Не посмотреть, что внизу. Очередной странный мир. Ну, надеюсь, это не очередной враг. Не-а, не сдвинулся. Лично мне интересно, что это. Тут какое-то коллекционное издание. Прикольно. В эту и в эту стену вдавить. Интересно, что это было? Угу, никак. Ну что, узнаем, что там находится. Выбора-то нет. Нормально. Так. Что это? А, ясно. Курить это вредно. Поверьте моему опыту. Ага. Особо шуметь не будем. Кто-то пошел. Окей. В луч света не будем заходить. И потихонечку, так потихонечку обойдем. Нас не видно, не слышно. Никаких проблем не создавать не будем. Никто нами не интересуется. Ясно.
И вот только спустя некоторое время. О, кровать. Конечно. Так. Веселая обстановка в этой комнате. Но, думаю, нам пора идти. Ага. Ага. На-но. На-но. Я так понимаю, это для нас, да? Ну-ну, ну-ну. А почему не в тапочках? Если вас смущает то, что я практически, ну, практически это мало что говорю, то это потому, что мне интересна эта игра. Так. Так. Можно почитать? Нет, не зажигай. Так. Угу. Насчет белой комнаты, которая меня действительно испугала. Так, не допрыгнуть. Так вот. Поворачиваем. Так. Насчет белой комнаты. Я не знаю. Это продавалась и эта и небольшая, именно небольшая игра про она выполнена в аниме стиле, если что. Она короткая, но про девушку на космическом корабле. Но я очень давно в нее играл на диске с игрового журнала. Игровые, ну, раньше я мог себе позволить купить
игровой журнал, так, такой как PC игры, игромания, страна игр, если я ничего не путаю. И в одном из вот таких вот журналов на диске, который шел вместе с ними, была и эта игра «Белая комната». Ну, извините за такое вот небольшое отступление. Вернемся. И, кстати, что-то наподобие такого там было. Глазастая. А можно назад? А зачем нам? Вот зачем? Вот серьезно, зачем? Зачем ему тут вперед идти? Чё ему? Ну, хотя да, в чемодане одному чё-то скучно. Так. Секретик. Вроде бы нет секретика. Нефть? Ведь это нефть? Ведь это нефть, верно? Я, естественно, не буду. Ух ты! Поджигать, ну, специально под... Это точно нефть. Не волнуйтесь, это всего лишь нефть. Это не... А куда? Лучше. Так. Это лаз. Есть что? Не, кажется, нет ничего. Угу. Так. Ага. Что там? Так. А я могу закрыть? Пока закрою. Потому что торопиться некуда. Так, он
и она Ну, я пока что пойду и посмотрю, кто там. Ага, есть. Куда? У меня очень много... Я не хочу ничего пропускать. Так. Вентиль. Возможно, нужен будет. Блин. Фу. Да что ж. Так. Блин. Так, нужно будет научиться срезать. А пока что меня интересует то, что там находится. Вполне возможно, нам... Привет. Ты ведь меня не съешь, верно? Ведь я типа такой же, как ты, и все такое прочее. Ладно. Пожалуйста, не говори, что ты будешь ходить за мной. Так, ну, вроде бы все. Ну так вот. На этом я, пожалуй, закончу эту серию.
Ну, чтобы не слишком длинной была. Ссылки на плейлисты в описании. Всем доброй ночи!